Ну вы мне, блядь, три пальца прищемили. Ну не подставляйте свои пальцы. Не отвергли, что вы видите, зачем ее жмете? Зачем? Пропустите меня. Вас не пропустим мы. Слушайте, у вас вообще законы главное отбивают на стене? А что, если не законы? Слушайте, а вам председатель пресс-службы говорит, пропустите. Глава пресс-службы говорит, пропустите. Пропустите меня, пожалуйста, суждение. Люди в стране не могут, охранники, руководить страной. Управлять страной охранники не могут. Я вас понимаю, за что. Слушайте, меня понимать не надо, свою страну уважать надо. Вы законы нарушаете. Если вам Дима два скажет, сбросьтесь, а с обрыва вы сброситесь. Перестаньте такие вещи говорить. Визита, что случилось? Ну, меня не пропускают. У нас теперь Дима Дбар решает вопросы не парламента, не законы, а Дима Дбар, видите ли, выходя, сказал, изидучания не пропускают. Может быть, у нас и президент Дима Дбар, я не знаю, кто у нас теперь управляет государством. Законы не работают, парламент не работает, а Дима Дбар кого хочет, любит он меня, не любит он меня, вот как бы вот так вот все. Я думаю, что с нашим государством дело закончилось, если дела так обстоят. И самое ужасное, что его сотрудники выполняют его незаконные указания. Ну да, это, конечно, воспрепятствование.